художник, художник отражательный на мир картин. Тут людина не заангажована, і люди не заангажовані достатньо, показали те, що вони бачили, тобто реальність. Показали частину, да, якісь мазки, якісь картини з реальності цих людей. Ми не намагалися нічого показувати, ми не намагалися ніяк спрямовувати цих фотографів. Вони просто прийшли і фотографували нашу роботу. І все. Когда мы говорим о переселенцах, за этот слов есть человек. И каждый человек – это история. Мы хотели вот показать, как люди, что люди здесь делают. Есть героические люди, которые вот вместе работают, чтобы поддержать, помогать детям, чтобы помогать, поддержать семьи, которые вот они, наверное, все потеряли там, и их надо вот создать с нулем жизнь здесь, в Харькове.